80-х. Ну, кто за рулем, тот и правит. Водитель выбирает музыку. Кстати, он Биг Бенов возил. Мы почти доехали до самой башни, совсем немножко, нужно подняться к ней. Полусонные, полумертвые блогеры. Но мы этому очень рады. У нас у каждого своя работа, задача, задание. Так что давайте поднимемся на Намсантау еще раз. Я была на нем, на башне на ней, 4 или 5 раз точно. А в разные времена года, по разным поводам, причинам. Вот, так что в этот раз я туда иду вместе с вами. Наклон у горы, конечно, прикольный. Я поднималась, когда пешком была по той стороне, через ступеньки. Я не ощутила такого резкого наклона вверх. Или пока на дороге. Все смотрят. Все смотрят. Хоть сегодня из-за культурных мероприятий в городе и за городом это больше, например, такое семейное место. Я имею в виду Намсантау. Но вообще это одно из самых главных мест найти для свиданий романтических. Не думайте, скамейка подо мной не проломилась. Просто такая ее конструкция. Скамеечек для влюбленных, чтобы как бы влюбленные не садились с края, посерединочке они встретились. И как раз сзади меня висят замочки. Их вешают часто на пэгиль, на 100 дней свиданий, ну, встреч. То есть если у нас на свадьбу, то у них на свидание. Вот, а еще есть куча классных сувениров, суперских. А я кошелек в автобусе оставила. Интересно, улыбками оплату примут? Все, больше ни с кем не снимаюсь. Мне эти мужчины попреставали с ними посниматься. Сами поснимаются. Сиульская башня высотой 263 метра. Тут очень много различных сувениров. Так что сейчас я побегу в автобус за кошелечком. Хочу вас подарками порадовать. Ой, красавица и чудовище, какие плотчики, красивые. Давайте, бейби. Марвел. Смотрите, вся его коллекция от Марка. Марк 6. Тут, короче, прям вообще Марвел коллекшн. Маски. А где мой любимый? А тут нету Супермена? Нету? Суперменчика совсем нет, да? Нет. Вау! Спайдермен? Я же Супермен. О, Махач, Махач. Разыграем Махач. Так, я нашла Тора. Так, это летает не мое. А, это да из киношки. О, Наташа Романова. Это Наташа Романова. А, ну стоп, Супермен же не в этом, он же с Бэтменом. И путаю DC Marvel уже. Все, заигралась. Так, это «Звездные войны». Не смотрела, не моя фантастика. Так, и мы дошли до магазина. Можно было бы купить постер. Где мой кошелек? Мне нужно срочно сбегать за кошельком. Так, миньон я не хочу, язык я не хочу. Что-то... Погодите. Нет, это не он. Ну, Супермен картинка. А есть актер, который вот его играл? Мне вот бы его повесить, я понимаю. А ну вот корейская, кстати. Как эта Китти изменялась в течение лет? Ну, чем я в сон, как она выглядит в этом году, следующем мы, конечно, не знаем. Hello, Китти. Боже, так это там еще есть только. Ох, жесть. Я не фанат Хэллоу Китти, но покачаться я не против.
дальше. А, вот тут уже... О, тут хавка. Можно выпить чаек с Китти? Китти? У Китти есть вафельки! Аня, у нее вафелька есть! Блин, Аня! Чё ты ржёшь? Ну, у неё реально вафельки есть! Я уже, блин, не знаю, сколько эту вафельку хочу. Посуда Hello Kitty, кухня Hello Kitty. Чё посуда Hello Kitty? Даже можно в печке Hello Kitty приготовить, там он готовится пирог. Мясоварка Hello Kitty, чайник Hello Kitty, холодильник Hello Kitty. Всё для Hello Kitty. Мне почему-то даже верится, что у кого-то в Японии есть дом из Hello Kitty. Ну понятно, всякие брелочки, шмучки. Что, Катя? Ты что, вафельки пропустила? А что? Не знаю. Она вот тебя искала. Нет? Не знаю, вроде тебя, да. Она еще была. Зеркало. Вау, прикольно. А, мне странно смотрится. Пианинчик. Здесь настоящий? Ага, 5 раз нажимается. Вот 5 раз нажала, и 5 раз вы услышали этот звук. Можно поставить печать этого тура, если у вас есть. На что ее поставить? А у меня ничего с собой нету. Кровать. В общем, я хожу, так понимаю, в квартире Hello Kitty. Я в квартире Hello Kitty. Аня ко мне в гости пришла. Ты пришла ко мне в гости? Приходи ко мне в гости. У меня есть фейковое пианино. Вам можно сесть, но играть нельзя. Но сесть, блин, я хочу поиграть. Дайте я поиграю. Вот жадина, а? Не дают. Ладно. Ой, поспать, что ли, пойти? Давай язык. Я ей фотку испортила. Такая злая. Ох ты ж. Ох ты ж, маза-то. Боже мой, тут тоже вафелька. И салатик. Ох ты. Сумочка, косметика, лаки с Hello Kitty. Боже, ты Hello Kitty хоть что-нибудь не производит, а? Теперь, выйдя из музея Hello Kitty, вы можете приобрести все, что хотите с Hello Kitty. Че вам надо? Мне ничего не надо с Hello Kitty. Тут есть даже Гутатама. Но даже он мне не нужен. Все, мы летим на 70. Что-то кажется, я так тоже без драматики. Ты меня тоже не впечатляет. Завтра пробьешь. Ага. Немножко уши заложила. Какие-то мы зажравшиеся девки, нас тоже не впечатлило. Немножко ушки заложил, но пучком. А, тут сейчас показывают наши уродские фото, давайте посмотрим. Покажите нам наши фото. Ты же, блин, что за китайская рожа-то получилась? Конечно, потом, мне кажется, на корейную похожа. Так, что за, а, что за технологии? Следующий фото. Ну что, ребята, ценим вид. Ой, Новосибирск, Россия. Москва, Россия. До Москвы 60 километров. Аппаратный прятки. Давайте посмотрим, что у нас тут всегда. Так, сейчас я определю, где мы. Все, я поняла. Вон там у нас Мап-Лугу, вот эта гора, вот эта, да? Это гора Йонсей. Так, а это тогда уже голубой дом. Тыкаю правильно хотя бы вам. Вот камера. Вот голубой дом. Гора Йонсей. И вот тут у нас должен быть Кёнгбоку. Сейчас найдем. Так. Я Кёнгбоку потеряла. Погодите. Хилтон гостиница. Сеульская станция. А, ну Кёнгбоку за горой, все понятно. Блин, я же испугалась, когда Кёнгбоку доделся. Да.
одна сладкая парочка, сухой сладкий. До Пусана 210 километров сюда. Так, вам что-нибудь видно? Здесь используется проход Ганчик. Ика. Мы на Гане. Сзади у меня столько прикольных открыток и сувенирки. А у меня кошелька нету. И автобус, он это... Я хотела от него спуститься, а ну пройтись. А он уже спустился и уехал в самый низ. Я знаю, как я выкручусь. На... Ой, до Бразилии 17 тысяч километров. Рио 18. Рио, жди меня. Я приеду. Спойлер. Так, ну Нью-Йорк там я уже была. В Лондоне я там жила. 11 тысяч километров. Далеко. О, Лос-Анджелес, Торонто. Так вот, говорю, на крайняк-то. А если, допустим, как со мной происходит то у вас сейчас, да, вы без кошелька как-то оказались или без денег, то не волнуйтесь, большую часть главной сувенирки вы сможете купить в duty free. Так что то же самое будет там. Я нашла Камчатку, я нашла Владивосток, я нашла Благовещенск, я нашла Северный полюс. Бога. Все. О, я еще нашла Северный Корей. Как вы знаете, кое-кто был там этим летом. И все так эти недовольны в Корее, все так, ты чё, ты была в Северной Корее, чё ты там забыла, чё ты там делала? Пэйсинджа, предатель. Так... Чё ж, нельзя съездить было, чё так сразу предатель? Ой. Я обошла, сделала круг, и только сейчас-то поняла, что я уже сделала круг. Кстати, ребята, это не влага или там туман, это пыль. У нас сейчас тут сильная пыль из Китая пришла, так что поэтому небо такое. Я привезла, кстати, ребята, я дважды привезла. Мне так случилось, что первый раз, когда я купила, по-моему, если здесь купила, она у меня разбилась, когда была упакована. К сожалению. Поэтому я купила во второй раз Beauty Free. За это даже опоздала немножко на самолет, но самолет меня подождал. Правда, все русские были из этого злые, но я притворилась, будто я не говорю по-русски. Так вот, если, допустим, хотите что-то такое стеклянное, ну вот привезти, как типа я вот шарик, да, коллекционирую со снегом, или там кружки, да, вот такие керамические, то в этом можно купить Beauty Free. Магнитики расписания. Где ты был? О, я был в России. Понятно? Я еще была в Северной и в Южной, я была в Европе, я была в Америке, я была вот здесь, вот тут не в Корее, в смысле, а вот тут вот на Марианских островах. Классное место. Мне так нравится, что у многих домов корейских, старых и новых, есть вертолетные площадки. Наше будущее здесь. А если вы устали вдруг ходить по обзорной площадке, то спуститесь на один этаж вниз. У вас также останется обзор, но при этом будет кафешка, где вы сможете перекусить или попить, или сходить в очень интересный туалет. Но я сейчас сниму туалет. Почему, я вам объясню. Тут как бы суть, видите, что вы как бы не просто в туалете. Вы в туалете с видом. Город. Смотрите. У нас здесь ну просто зеркало. Ладно, такой сидишь, что эти зеркало смотришь. Я вот женский туалет. Тут тоже вид на город. Я надеюсь, что это... Нам никого с биноклем нету.